Тем временем в Красноярске объявлен очередной конкурс на ремонт дорог в 2018 году. Как и практически по всем предыдущим тендерам, подрядчики должны завершить работу до конца октября. При этом в реестре 832 объекта, то есть почти все городские улицы. Начальная цена контракта – 39 миллионов 800 тысяч рублей. Таким образом, речь идет только о латании дыр на этих дорогах. Впрочем, в техзадании перечислены и пояснены все разновидности дорожных недостатков, которые предстоит устранить подрядчику. Это выбоины, проломы, в том числе на месте соединения с трамвайными путями, решетками и люками. Просадки, пучины, сдвиги, волны, гребенки, колеи, сетки трещин и выкрашивание. Кроме ремонта, задание включает установку новых дорожных знаков, восстановление газонов, замену тротуаров и бордюров. Отметим, что в Красноярске чуть более 1100 улиц, а в списке объектов 832 пункта. Означает ли это, что практически все дороги в Красноярске приведут в божеский вид, покажет время. Отметим, что работы на всех объектах должны быть завершены 30 октября.